И к событиям валютного рынка. Курс юаня к доллару продолжает обновлять многолетние минимумы. Сегодня он снизился на 125 базовых пунктов и достиг отметки в 6,74 к 1. Чен Тяхэ, старший экономист инвестфонда Синдай Securities, отмечает, что дело не столько в слабости юаня, сколько в укреплении доллара. Он растет на фоне сильной статистики США, снижения аппетита инвесторов к риску, а также ожиданий скорого повышения ставок Федрезервом. По этим же причинам до конца года ситуация вряд ли изменится, и китайская валюта продолжит уступать под натиском американской.